местами станций. Первоначально владельцы радио «Меркур» отрицали какую-либо ответственность за эти передачи и заявили, что за время существования станции они нанимали судно только через ассоциированную компанию фактического владельца судна сеньора Луи Артура Дель Босса из Гватемалы. И вот двумя днями позже, 15 августа 1962 года, два датских полицейских Кнут и Вальдемар подошли к счастливой звезде, и вооруженная полиция поднялась на борт судна. Позже таможенное судно сопровождало ее в порт в Туборге. Лайкстар была конфискована, а последовала потом долгая судебная тяжба, чтобы установить право собственности и ответственность за незаконные передачи. Датские власти были обвинены в незаконных действиях, потому что они высадились на судно, зарегистрированное за границей, и арестовали его в международных водах. Однако быстро было установлено, что у «Лайкстар» не было официальных регистрационных документов, а ливанский флаг, который она несла со своей кормы, был подделкой.